Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Михалыча, и в сегодняшнем видео, да, секрет раскрыт. Секрет прохождения испытаний Отиса. Давайте пойдем именно туда и посмотрим, как же самым простым способом можно пройти все испытания Отиса, все три. Естественно, для этого нужны пробирки. Причем в большом количестве. И чем больше этих пробирок, тем лучше. Не забываем также испытания Маркуса, потому что там тоже выпадают вкуснейшие, крутейшие награды. Хотел что сказать. Ребят, давай-ка мы прямо сейчас поставим лайк и напишем комментарий, чтобы потом не забыть. Это нереальная поддержка. И спасибо вам огромное сразу же заранее. Мы залетаем в коммуну. Именно здесь есть секретная тактика. Если вам интересно об этом узнать, обязательно сейчас, прямо перед прохождением, я это все покажу. Вы знаете, что там мужик шмаляет гранатометом. А оказывается, он шмаляет, в принципе, в нужные места. В принципе, у него есть тактика. И ты, если будешь знать эту тактику, то можно ей воспользоваться. Итак, ребят, эта тактика, это вот что. Он первый раз стреляет вот в этот участок карты, второй раз туда, третий туда, четвертый туда. Короче, вот так вот начинается расстрел карты. В принципе, нам нужно знать только одно, что если ты поймал на двоечке зомби, то через раз она ударит по четверочке, через раз по шестерочке. Поэтому вот этот вот треугольник, который 2, 4, 6, я буду использовать. По крайней мере, попробую. 2, 4, 6. Ну, вы помните, что для начала можно взять глок. Я, в принципе, сейчас открою еще один секрет. Если у вас есть вот такие вот резиновые сапоги, они часто выпадали за сезон. И, в принципе, даже, по-моему, попадали и в этом сезоне. Вот они. Вот такие вот резиновые сапоги, которые можно использовать для того, чтобы ваш персонаж еще быстрее передвигался именно по болотным локациям. Именно по болоту с этими сапогами вам нет равных. Бегает он в них довольно-таки быстро. И это вам позволит довольно-таки изишно убирать всех зомби на своем пути. Ну а мы посмотрим, что у нас первое с ротокорги. Овчарки. Ну, конечно же, три карты лейтенанта. Рискнуть за 800. И да, ребят, теперь у нас остается только одно. 2, 4, ребят, 6. То есть вот у нас это 2. Значит, где-то вот здесь будет через раз. То есть здесь можно ждать, но лучше, конечно, ходить, чтобы не получать в щи. Поэтому вот вам 4. Вот, отлично, симпатично. И, кстати, лучше всего расстреливать тех зомби, которые плюются. И вот сейчас должно быть 6. Ну, по идее, вот вам и 6, ребят. То есть сейчас где-то пошло 7 и опять 1. То есть сейчас будет опять двоечка. То есть вы можете здесь уже заблаговременно их ждать. И, в принципе, без особых проблем 2. Сейчас будет где-то там 3. Потом перейдет в 4. То есть, конечно, я получаю втык. И это очень не круто, но я вам скажу, что болото — это та тема, которая, в принципе, может вас зачистить. Блин, вот на шестерку не успеваю, по-моему, вот сейчас шестерка, да? Теперь 7 и 1, то есть 2 выстрела. Я вам скажу, что вот этих зомби можно водить по кругу вот здесь, и они даже вас трогать не будут. То есть мы сейчас должны попасть на двоечку. Двоечка, пожалуйста, я вас жду, двоечка. Вот она, бам. Теперь четверочка. То есть где-то там сейчас бабахнуло, очень громко бабахнуло. И вот мы ждем на нашей четверочке. Бэй, все, отлично, максимально симпатично. Я вам скажу, что это только первая волна. Практически без выстрелов прошел. Да, используя военную броню, вам будет наноситься немного меньше урона. Я подбил свою бронь. Но нужно здесь, как говорится, не огнестрелом, а умом проходить. Поэтому мы рискнем еще раз. Самое главное — это плеватели. Это реально те зомби, которые плюются. Это 2. То есть вы помните, что сейчас будет 4. То есть где-то там троечка полетела. Ну а у нас вот она где-то как бы четверка. Бабах. И нам сейчас нужно вот этого вот падальщика убить. Потому что падальщики — это самая жесть. Сейчас 6 будет. Бабах, отлично. Ну и теперь мы ждем двойку. Не забываем, что здесь уже есть берсерки.
О, вот он. Вот он, падальщик. Ну, то есть сейчас мы отходим. Где-то сейчас будет четверочка. Ага, это два пошло. У нас падальщика нужно слить. Как бы это не хотелось бы. У меня это большая проблема. Сейчас 6. Опа, опа, опа. Отлично, падальщик сам упал. Это была двойка, по-моему. Тогда четверка сейчас пойдет, да? То есть это было... Вот она. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, это было 6. То есть это 6. Теперь мы ждем 7 и 1. То есть где-то вот в районе вот в этом сейчас произойдет бабах. Вы помните, что для нас это важно. Так, 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 так. Идите сюда. Ой, товарищи, как же приятно. Да? Теперь у нас происходит четверка. Четверка, то есть где-то там тройка, ну, то есть третий сектор. И шестерка, то есть сейчас шестерочка где-то вот в этом районе. Вот в этом районе мы вводим, вводим, как говорится, хороводы. Я думаю, что вы намного просто идеальнее это все будете делать. Я думаю, что прям, прям это все шикарно у вас будет получаться. Без особых проблем, конечно же. И вот сейчас двоечка должна начаться. Она где-то вот здесь. То есть у нас нужно заполнить вот эти вот вещи. Четверка у нас будет вот здесь, без особых проблем. Заводим их в эти болота и просто бегаем вокруг них. Байм. Все. Представьте себе, практически без единого выстрела там мы зачищаем еще одну. Итак, ВС Свинторез неплохо. По-моему, мне кажется, что вот эти вот вещи довольно-таки интересны. И мы, ребят, сейчас ВССочку, винторезочку просто вот так вот получаем. Итак, нажимаем рискнуть. Не забываем, что у нас немного броня уже подкоцанная. Ну, есть пробелы в ХПшках, то есть не так уж много брони. Итак, ВССочка, поехали. То есть у нас где-то единица полетела. То есть мы ждем сразу же на двойке, ребят. Бабах на двойке произошел, сразу идем на четверку. То есть четверка вот здесь. То есть где-то там по троечке бьют, а вот у нас четверочка где-то вот так вот красиво, когда у папы ксива. И то есть на шестерочку не забываем, что сиятели спор... А, не, сиятели спор, они не сильно опасны, они вонючие, но не опасны. Так, произошел взрыв, теперь опять-таки на двоечку. И вот таким вот макарчиком пробуем. Ну, то есть сейчас где-то там единица произошла, взрыв. Сейчас вот с секунды на секунду прям должен быть где-то здесь взрыв. Бабах. Вот он, опасный берсерк. Четверку ждем, четверочку. По-моему, мне тут капец, чуть не зажали. Ну что, товарищи, давайте не будем такими агрессивными. Ну, это третья волна, это вам не шутки. Здесь мы встретились, как говорится, в маршрутке. О май гадабл, у меня нету хила. Нету хила, поэтому я, наверное, все-таки буду как-то сдаваться. Как-то сдаваться, потому что хила реально нету. А, ну, паузу поставить я реально не смогу. А бегать бесконечно вот так вот по кругу, это была двоечка. Мне нужно сейчас их переманить в четверочку. Пожалуйста, зомбики, вы помните, что у меня нету ХП, поэтому вы должны быть максимально послушными. Пожалуйста, зомбики, я, конечно, понимаю, что у вас все хорошо. Так, это была четверка, по-моему, или шестерка. Сейчас я уже, если честно, теряюсь, потому что, как видите, у меня просто нету ХПшек. Так, пожалуйста, взрыв. Нету. Вот, я уже провтыкал. Получается, что я где-то опаздываю. Я где-то опаздываю. Чуть-чуть не довожу своих зомби в нужные места. Вот. Нужные места. Отлично, симпатично. Я даже без ХП, в принципе, справляюсь. Но я понимаю, что это ненадолго. Одна ошибка и до свидос. Жареный кокос. Там вот, это была шестерка. То есть сейчас семерка и единица. Один круг нам можно будет пробежать вот так вот. Времени на то, чтобы переставить какие-то хилки или еще что-то, у нас вообще нету. Надежда только на то, что у нас все-таки получится. И мы долго мучиться не будем. Пожалуйста, пожалуйста, игра, помоги. Вот. Все, вроде помогла игра немножечко. Немножечко так там, а здесь сейчас будет вот так вот. Где-то вот здесь будет. Блинский, блин! Это шестерка была, да? О, еще и корч, который мне помог. Помог зомби, а не нам.
Так, по воде вводим зомбятушек. Где следующий взрыв? Пока что я не... Ага, все, понял, понял, принял. Нам нужно, конечно, здесь очень-очень постараться, чтобы вот здесь, как говорится, не обкакаться. Потому что это бред будет. Отлично, некоторые зомби просто пали, вы видите, даже без ничего, без ничего. Где-то там произошел взрыв. То есть я реально страдаю. Я, то есть, на один взрыв их навожу. Это была шестерка, то есть где-то семерка единица будет. То есть где-то вот здесь будет взрыв прямо. Прямо я не знаю когда. Но мне главное не провтыкать хотя бы под один. Вот. Сейчас где-то там был взрыв. Мне сейчас очень быстро их нужно подвести. Опять-таки же вот сюда. Отлично. То есть я идеально подвожу только под один взрыв. Потому что времени реально не хватает. Тут корч не забываем. Ну, эти уже медленно ходят. Эти идеально. Идеальная мишень. У нас остается один берсерк. Как вы видите, я просто идеально все делаю. Ну, давай. Ну, тут можно его вообще хоровод такой водить вокруг него, что прям жесть. Вот. Ну, тут один выстрел. До свидания. Просто идеально. Ребят, без аптечек. Я не знаю, как еще более экономно это сделать. Да, это самый экономный способ был. То есть мы реально имеем возможность. Вы можете выбрать себе свой. Я вот этот треугольник себе выбрал. В принципе, следующий у нас 1600. Дальше интереснее, конечно. Чем дальше мы заходим, тем лучше. И семья, у нас награды, конечно же, залетают тоже неплохо. Понятно, что сейчас мы пойдем лабиринты чистить, все интересное. Сюда вкинем нужные ресурсы. Но самое главное, что у нас сейчас появился видос, в котором реально должен появиться ваш лайкос, реально должно появиться ваш комментарий. И не забывайте также подписываться на канал. Вот так вот все интересное становится явным и самое секретное. Стараюсь показать именно вам. Это очень круто и надеюсь, что все-таки вам понравилось. Всем удачи и пока. Мы увидимся в следующих видео.